Ninjas. Так, что пристал? Рассказывай давай. Кусок овчарки. Ужасный никнейм какой. Что за драма? Просто стример драма. По-моему, явно анимушный какой-то. Какой-нибудь явно анимушный стример про какой-нибудь... Я подросток. Хочу самку. Но нету. Качни мага, выучи порталы. Да, во всех играх... в играх Blizzard... Практически во всех надо играть за мага. Почему так, спросите вы меня? Потому что главный разработчик, главный директор на проекте, директор основной на проекте Blizzard, играл за гнома-мага. Поэтому у гномов-магов 1% интеллекта. И вообще они всрато сильные. Просто... Очень-очень мощные. Блять, пока вот так вот. Очень сильные. Гном, маг, все, молодец, не угадал. Да сказал, Пенник, принцесса на хозяйку смотрит всякие бразильскую драму? Да, да, да. Порталы и так на каждом углу. Завтра октябрь, 30 дней и зима. Саня хохлатый сидит у окна. За 3-то уж года он так и жалел, и я как-то... А как-то я этот момент проглядел. В смысле, а ты должен был как-то повлиять на это, что ли, я не пойму? Умник, драный. Поверь мне на слово, ты далеко не умник. Я бы все простила, если бы ты был как Дзиньята умник. Один процентов интеллекта звучит как оскорбление. Это нормально, у них там, блин, чувак, это очень круто на самом деле. Это очень много, учитывая, что статики гонят, это очень решает. Крабовый бес еще один, fuck my life. Восхитительное говно. Восхитительное говно. Ядрить, пацан, ядрить. 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 Ядрить, он меня тасканет, ребят, я уже чувствую. Я уже чувствую, как он меня тащит. Он меня тасканет, ребят, это полный трындец. Господи Иисусе, пригласите, пожалуйста. Так. Просто жесть. Берешь 4 куска... Берешь 4 бесов, делаешь 12-0 изи. 10к голды и фулл полеты на одном континенте, но, видимо, погуглить это... Да ладно, ладно, чего пристали к человеку, сволочи красные. На самом деле, РР, я тебе скажу так. Голда сейчас явно где... Короче, с чего у нее очень плохо, у голды. Поэтому технически ты можешь спокойно... Спокойнейшим образом... Стой, подожди, здесь 4-4. Спокойнейшим образом, конечно же. То есть вот так вот. Спокойнейшим образом, уважаемый. Купить у кого-нибудь голды и с голдой все будет очень хорошо. Во-первых, тебя завела туда твоя благоверная. Пусть она тебе все полеты оформляет. А, подожди, ей нужен маунт, значит она нубас. Если он орда и на РФ, то пусть напишет мне, я ему скину голды. Если ты орда на ревущем ферде, то напиши Империону. Санек, у меня опять счет сломался, видимо, после дропа стрима. А, да-да-да, есть такое, бывает, бомба. Так. Сломался счет. Ну что, шила, баф машина, 0.8 демон, это сила. РФ, свежеватель онли. Свежеватель туш, да, есть, ну, кстати, РФ же тоже сейчас мана это. Я не понял, про пососа было лучше?